Всем доброе утро. У меня сегодня прям такое активное воскресенье. Много дел с утра. И только сейчас вот включилась к вам уже 10 часов. Я уже давно не сплю с 8. В общем, я буду завтракать. У меня тут сыр с булочкой, чаёчек. Всем приятного аппетита. Я тут свой перерыв обеденный решила испечь блинов. Уж очень захотелось. И захотелось их причем с йогуртом поесть. Макаю в йогурт. Так что допекаю блинчики и будем скоро уже кушать. Все, мы уже сели кушать, будем макать блинчики в йогурт. Игорь уже начал кушать и рысликом. Так что всем приятного аппетита. У нас тут опыт. Опыт не удался. Игорь положил коврик с ванной посередине комнаты, потому что Ресли обычно в ванной на нем лежит. Мы решили посмотреть, будет ли он тут лежать на нем. Нет, он шел на диван. Ну, хотя ему было интересно, да? Так нюхал. Видишь, в ванной там своя атмосфера. Затемненное помещение, прохладно. Так что отнеси назад, не позорься. Ой, у меня перерывчик, ребят. Мы уже с Игорем пообедали, кушали супчик с пельмешками. Ничего такой вкусный получился, немного не досолила. Я всегда боюсь пересолить. Работаю. Вот, наконец-то появилась перед вами, выпрямила сейчас челку. Что, какие у нас истории? Утиные истории. Помнишь такой мультик, Игорь? У Игоря сегодня последний день отпуска, и завтра он выходит на работу, и он грустит, плачет. Сегодня даже дождь был. У Игоря слезливое настроение, слушает Максим. Да не, на самом деле он ничего не делает целый день. Как и весь отпуск. Да нет, очень, кстати, прикольно прошел твой отпуск. Мы так много времени вместе проводили, много чем занимались, много чего интересного готовили. И вообще прикольно. Круто, когда вместе. Вот. У нас сегодня дождик капал чуть-чуть. Вот. Игорь играет в игру асфальта. Может, тоже сейчас успею сыграть, пока у меня перерыв. Так что попозже с вами еще увидимся. Но сегодня рабочий день. И такой какой-то после выходных так тяжеловато. Что-то прям спать хочется. Сегодня не выспалась. Так что сегодня долгого влога не обещаю, как вчера. 18 минут почти. Но, тем не менее, что-нибудь расскажу, покажу. Ура, я отработала, и мы пока готовится картошечка у нас, и горошка уже почистил. Мы вышли на балкон посидеть, погрызть семечки, отдохнуть, и тут прям так свежо, как-то хорошая такая. Семечки с морской солью. А, Игорь добавил. Очень свежо, правда пахнет какой-то тушеной капустой. Что-то неприятно. В общем, сидим, отдыхаем, кайфуем. Супер. Я, кстати, сегодня не сильно устала, хоть и уже 10 час. Ладно, вот такой вот у нас вид. Себя не показывает, а что тоже темно, ничего не видно. Попозже еще к вам вернемся, покажем наш ужин. У нас, как всегда, Comedy Club. Comedy Club, салат. Овощной такой с луком. Нам очень вчера понравился. Сегодня тоже с луком сделали. И картошка с сосисочками. Вот. Смотрите, Игорь как любит. Игорь делает пюре почти. С горчичным маслом любит так кушать. Еще у нас, кстати, лимонадик надо налить. И пьем вот с этих новых бокалов. Мне они так нравятся. Стаканы клевые. Есть такие длинные, а это вот, короче, короткие. И снова тарелочки, кстати. Ладно, всем приятного аппетита, желаю, кто кушает вместе с нами во время этого влога. Кушайте вкусно. Мы тут с Ресликом лежим. Мы досмотрели, Игорь там поет. Мы досмотрели Comedy Club, уже отдыхаем, лежим. Реслик так прикольно ко мне сюда прям втиснулся. Так люблю его запах. Он такой чистенький у нас всегда. Такой чистоплюй. Ладно, ребят, будем с вами прощаться. Хочу вам всем пожелать спокойной ночи. Игорь, ты будешь говорить? И умыкает. Ты будешь говорить спокойной ночи? Спокойной ночи. Не слышно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ладно, всем спокойной ночи и всем пока. Если что-то ушел.
Хотела заснять, как он ко мне пришел. Всем доброе утро. Я уже не сплю. Уже Игорь на работе. Я его проводила, легла, еще часик поспала. Вот. Сейчас работа, работа, работа. Очень болит спина, поэтому я пока тут на кровати. Сейчас планерка, буду полулежа, потом пойду уже за стол. В общем, спина еще не совсем прошла. Очень больно. Так что всем хорошего утра. Я побежала работать, вернусь к вам. Хотела посмотреть матч России и не могу ни на какой ссылке посмотреть. Почему-то прямой эфир. Даже на первый канал заходил. Не знаю, что пишет в вашем регионе. Недоступно. Бред вообще. Я в шоке. Я недовольна. И что за фигня? В общем, ну фиг с ним. 2-0 проигрываем. Я работаю, у меня был перерыв, теперь работаю активно и уже устала. Игорь тоже на работе, уже 6 часов, он еще пока работает. Я уже успела в перерыве убраться, в другом перерыве тоже там всякими делами поделать, позаниматься. Ох, уже 6 часов, мне еще работать 3 часа до 9. Устала. Такой у нас сегодня ужин, пюрешка с ножками и салатик, еще не включили Comedy Club, и сегодня Игорь поздно пришел, и я тоже устала. И я тоже очень устала, и поэтому я особо ничего сегодня не снимала, так что увидите, что есть. Хочу с вами сразу же попрощаться, сказать вам всем спокойной ночи, отдыхайте побольше, мы кушать, и я, наверное, прям сразу спать. Так что всем пока.